Кадры фонтана на Барабинской облетели все тюменские паблики. Вчера около 20 часов произошел порыв. Как оказалось, был поврежден один из двух трубопроводов подачи технической воды от реки Туры на Тюменскую ТЭЦ-1. Горожане иронично отнеслись к этому коммунальному ЧП. В комментариях шутят про новый фонтан, который работает куда энергичнее городских. Кто-то предложил прихватить мочалку и бежать мыться. Ну а тем, чьи дома и участки затопило водой, точно не до иронии. В зоне разлива воды оказались несколько строений в садовых участках. Информации о пострадавших или серьезных повреждениях инфраструктуры нет. Ущерб будет возмещен в установленном порядке. Ограничений по выдаче тепловой и электрической мощности с Тюменской ТЭЦ-1 не было. А в данный момент персонал станции занимается устранением последствий технологического нарушения. Для выяснения причин назначена комиссия.